Выступление акима Хазлардинской области Карымбека Кучербаева на брифинге службы центральных коммуникаций почти целиком и полностью о достижениях региона. Но, кажется, от губернатора ждут иных новостей. О Байконуре, аварии протона и 600 тоннах ядовитого гептила, что растворился в казахской земле. Пока там в районе, значит, падения ракеты ситуации, которая вызывала озабоченность, нету. То есть уже можно говорить, да, о полной детоксикации? Как? Уже можно говорить о полностью обеззараживании территории? Ну, давайте мы еще понаблюдаем, потому что вопрос же не только в том, что именно в этом районе, она же уходит в недра, как это будет отражаться? Мониторинг надо продолжать. Забота высокопоставленного чиновника скорее не открытое выражение гражданской позиции, а реакция на общественное мнение. Казахстанцы отреагировали на катастрофу ракетоносителя акциями протеста у российских дипмиссий в Астане и Алматы. Развернули в соцсетях наступление на федеральные военные программы. Вот и нынешнему заявлению акима области, где расположен Байконур, активисты гражданского движения выражают недоверие. Они сейчас пытаются успокоить, улюлюкать, да, наше общество якобы тезисами о том, чтобы о мониторинге экологическом. Здесь должен быть один конкретно, это запрет, полностью запрет гептила. Только так мы можем говорить о решении данного вопроса. Эти слова звучат буквально накануне нового запуска протона с казахского космодрома. Запуск запланирован на 30 сентября. Между тем, аким Карымбек Кушербаев ссылается на личную договоренность президентов Казахстана и России. Согласно ей, русские аппараты перестанут запускать негептили, разве что только через 4 года.